Привет, друзья! Сейчас мы хочу пригласить вас на небольшое путешествие, которое мы совершили этим летом через разные страны. Вот сейчас мы находимся в Хельсинки. Гуляем. Мы в Хельсинки садимся на паром и плывем в Стокгольм. Но до парома у нас было совсем немного времени. Вот мы гуляли немножечко по Хельсинки. Дело в том, что там очень трудно найти место для парковки. Парковка платная. Мы поставили машину на платную парковку, в общем-то. Вот. А приехали мы, в общем, сказать, ну, подгадали в Хельсинки ровно к парому. Вот. То есть мы здесь совсем недалеко ходили и совсем недолго. Ну вот это самый центр Хельсинки, там где порт. Это здание, судя по всему, их парламента. Мы выехали достаточно сложно, поэтому машина была не очень в хорошем состоянии, сказать, она еле тянула. Но я решил во что бы то ни стало ехать. Финны задержали очень сильно с визой, поэтому, ну, были сложности, и мы выехали. Короче говоря, у нас очень много отелей, которые мы заказали заранее, пролетели. Мы собирались в Финляндии пробыть дня 4, вот, а пробыли вот совсем ничего, потому что все, уже дальше некуда было терпеть, и на неотремонтированной машине мы уехали. И вот сейчас мы уже на утро, это мы уже, насколько я понимаю, в Стокгольме. Да, это Стокгольм уже. Стокгольм. То есть мы сели на паром. Паром у нас был взят заранее. И откладывать, я его один раз отложил, но дальше откладывать было некуда. Вот мы заходим в Стокгольме, в старый город переходим. Только что вы видели здание парламента монгольского, шведского. Вот. Здесь правительственные учреждения Швеции. Надо сказать, что в Стокгольме мы уже были раньше. Дальше мы заходим в старый город, который прямо тут же и начинается. Он очень уютненький. Это какая-то статуэтка, что-то там объясняли, даже не понял на каком языке. Вот что-то я понял, это принцесса какая-то ждет, что ли. Ну вот, надо ее за голову потрогать. Там было очень, ну, сумрачно, поэтому плохо получилось. А это улочки Стокгольма. На самом деле там людей полно. Это надо было уловить такую улочку, где нет людей. Это в каком-то магазине, по-моему, кондитерском.
этой открытки. Это центральная площадь в старом городе. Рыночная, что ли? Дело в том, что в Стокгольме мы уже раньше были, и, в общем-то, мы просто пробежались по Стокгольму. Машину мы оставили в подземном паркинге, тоже очень, очень платный. Вот, и дальше наш путь лежал на озеро, в кемпинг на озере Фрикенбаден, по-моему. Вот. Это уже ближе к границе с Норвегией. Вот. Ну, туда, собственно говоря, и поедем. Это через всю Швецию, в общем-то. Это вход в какой-то отель. Ну вот, мы снова вышли на набережную и идем к машине. У машины очень низкая мощность, она ремонтировалась и, в общем, сказать, никак не могли отремонтировать. И я решил уехать, потому что, ну, выяснилось, что еще топливный насос высокого давления плохо работает. Я сказал, что мы его где-нибудь там починим. В принципе, можно ехать и так. Но об этом впереди. Ну, а сейчас вот мы уже завершаем. Да, и вот уже мы уже на берегу озера Фрикенбаден. Вот мы сняли такой домик небольшой.
и переночевали, чтобы потом уехать в Норвегию. На утро был туман. Было довольно холодно, хотя это была середина августа.